Свиная корейка с картофелем в духовке – это сытный и вкусный обед для семьи или отличное горячее блюдо на праздничный стол. В сочетании со свежими овощами и соленьями блюдо особенно порадует мужчин. Свиная корейка с картофелем в духовке готовится очень просто. Это именно тот случай, когда даже не очень опытная хозяйка может удивить свою семью и гостей практически ресторанным блюдом. Здесь важно качество мяса. Молодая свинина будет сочнее, вкуснее и быстрее приготовиться. Свиная корейка – 400 грамм. Картофель – 400 грамм. Подсолнечное масло – 20 мл. Соль – по вкусу. Перец черный молотый – по вкусу. Количество порций – 2. Подготовьте все ингредиенты для приготовления свиной корейки с картофелем. Картофель тщательно помойте и нарежьте не очень мелко. Молодой картофель можно не чистить. Свиную корейку помойте, обсушите салфеткой и поджарьте в сковороде до легкой румяной корочки. Форму для запекания смажьте маслом и выложите корейку. Вокруг корейки разложите картофель. Посолите и поперчите картофель с корейкой. Накройте форму фольгой и запекайте мясо с картофелем 40-45 минут при температуре 190-200 градусов. После фольгу снимите и готовьте блюдо еще 10-15 минут. Свиная корейка с картошкой в духовке готова. Можно подавать к столу.